Купеобразный кроссовер BMW X6 меняет поколение спустя год после премьеры родственного X5. Оба автомобиля построены на модульной платформе Clar с двухрычажной подвеской спереди и многорычажной сзади. Третья генерация X6 с индексом G06 получилась заметно крупнее предшественника, хотя и чуть приземистее. Светодиодные фары включены в базовое оснащение, а за доплату можно заказать и бьющую на полкилометра лазерно-люминофорную оптику. Ноздри решетки радиатора теперь сияют собственными диодами. Подсветка включается при отпирании замка, но можно включить ее и принудительно. Салон в передней части не отличается от X5. Пара дисплеев диагональю 12,3 дюйма и современная медиасистема с управлением голосом и жестами. Объем багажного отсека не изменился. Набор моторов у нового X6 не отличается от кроссоверов X5 и X7. Гамму открывает 3-литровый дизель. Выше — бензиновая турбошестерка. Затем еще один дизель с квартетом турбокомпрессоров и версия M50 с бензиновым мотором V8. У всех машин 8-ступенчатый автомат и полноприводная трансмиссия с муфтой подключения передней оси. Базовая подвеска — пружинная с адаптивными амортизаторами, но заказать можно и пневматическую с регулировкой клиренса в пределах 80 мм, а также адаптивный рулевой механизм и активный задний стабилизатор. А в пакет M-Sport включена перенастроенная M-подвеска, электронно управляемый задний дифференциал и особая выпускная система. Мировые продажи начнутся в ноябре. Известны и российские цены. Причем базовый 3-литровый дизель для нас дефорсируют до выгодных 249 лошадиных сил.